Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артём Динамик, немножко приболевший, и продолжаем прохождение Fallout New Vegas вместе с нашим гномиком Вероникой. Ну что ж, давайте пойдем. Сейчас мы отправимся по квесту. Сейчас мы выберем его. Так, в неведении. Это что у нас? Смотреть хроники братства, ла-ла, бумеранг. Не то. Полетаем, марафон расследования. Так, воссоединение, добрый путь. Кино после полуночи. Не то. Так, и еще раз, в неведении это не то. Медицинская история не то. Давайте полетаем, не то. Расследование не то. Окей, открытие. Ага, воссоединение. Что-то я не могу найти квест, который нам нужно. Ладно, он сказал, что когда мы выйдем, это все появится. Капслот был зажат, понятно. Думаю, что он меня не побежал. Давайте выйдем отсюда. Уровень опыта и закалки бойца может определить по цвету его брони. Да, они все коричневые. Буря. Буря начинается. Так, давайте на карту глянем. Так. Тап квартира Рэпкон. А сюда нужно. Ну, окей, давайте сначала туда пойдем. Бог, пыльная буря. Благо нам она не мешает. Вероника, не теряйся. Так, чуть левее вот сюда. Так. Здесь у нас вражины. Две. А это скорпиончики. Ой. Ой! Кривой! Артём кривит! Пора тебе отчаливать, маленький скорпиончик. Так, и нам сюда. Также необходимо найти будет три голодиска. Господи, какая грустная песня. О, свет дали. Кто там ходит? О, это что за... Что за уродство? Так. Нам туда. Они кидаются чем-то? Мега-кентавр. Так, Вероника. Ты умничка, конечно. Какие мега-кентавры. Так, радиация. Так, в голову ему. И в торс, давай. А, ну все, он вскочил. Да он вскочил, прекрати потратить патроны. Так, тут радиация, это дай боже, давит. Моу. Что такое моу? Учили обратить, ага. Так. Вероника, ломай его. Хорошо, девочка. Так, что за мол? Непонятно. Паладин бороться стали. Лазерная винтовка. Заберем. Силовая броня.
Вес 40. Так. Голографический диск, отлично. Так. Еще раз разная. Ой, информация, то есть, да, карта мира, сюда, это Hidden Valley. А, вот, наверное, три пункта, по которым нам нужно пройтись. Окей. Оу! Что это было? Вероника, это ты натворила? Это что было сейчас? Кого это так? В текстурах разнесло. Пошли отсюда. От греха подальше. Так.
Правильно я иду? Да, все правильно. На этот маркер. А, ну это нам надо вернуться, отдать голодиск. Ну хорошо, мы сейчас заодно, я думаю. А нельзя, кстати, броню отремонтировать, не? Сейчас. Может быть, я сразу отремонтирую. Так, снаряжение. Костюмы. Могу. Вот так. Пойдемте сходим. Сейчас, секунду, я посмотрю еще. Информация, задание. А, в неведении, что это не то. Ну ладно. Все равно пойдемте, нам надо продать кое-чего. У нас бункер открыт. Хорошо. Так, антирадин сейчас надо принять. Жалко, здесь нет никакого шкафчика, в нем все сложил, да не парился бы. Так, снаряжение, помощь, антирадин. Не помог? Так, а где у меня уровень заражения? Ладно. Все равно есть. Я все равно заражен. Ну ладно. Давай вниз. Сейчас сходим. Да че вы все вооружены? Дайте шкафчик, мужики. Рыцарь, братцы, стали. Здорово, дорогая. Have you found it? I need to give my report to Hardin soon. А. Then we have nothing. Мне пора. Ладно, сейчас мы найдем этого чувака. Неохота мне идти в ту пещеру, которую даже толком не знаю где. Bunker takes a little getting used to, doesn't it? Нет, ты меня не интересуешь. Так, врач. Здравствуй, у меня радиация, и мне надо полечить. Hello, you must be the outsider everyone's talking. Ну что ли? We always make sure to... 100 крышек. Так. Стой. Hello. Can I... Мне нужен документ помощи. 100 крышек. I'm afraid protocol prevents me from... Так, ну ладно, мне нужен медикамент, что тут есть. Крышек маловато, ну ладно. Сейчас выйдем отсюда. Bye. Если что, ей будем продавать. Hello, outsider. Здорово, говорит, не здешний. Да, привет. Где этот пацанишка-то, который пекарь украл? Кто-нибудь видел? Так. Мне интересно, мне просто хочется с ним поговорить, может я отдам лазерный пистолет ему, он стоит его себе, это отдаст. Так, здесь у нас эти песцы, по-моему, а здесь... Конечно. Ага, ладно. То есть приходи, как отыщешь все. О, у них тут карта ездит, прикольно. Так, ладно. А что за дверь? В эту дверь мне нельзя, окей. Так. Песцы, вы меня пока не интересуете. Мне, конечно, дали доступ, но я пока не желаю. Это куда у нас ведет? В сортиры. Ладушки, ладушки. Где этот пацанишка-то? Так, это учитель, там с ним тоже надо поговорить. Так, вот он ты, по-моему, да? Нет, это просто рыцарь братцы стали. Послушник Стэнтон. Точнее, ты уронил. I'm pretty sure I dropped it when we made our escape. Oh, and I remember seeing a corpse near the rock too. We never got a chance to check it. Труп. Guess we had better luck. Эй,
Тогда я займусь. Ой. Блин. Большой камень, там труп. Я не понял. Где этот пистолет? Ну, наверное, нельзя другой пистолет ей предоставить. Со словами, деточка, держи, тебе это нужнее. Так, эта дверь недоступна. Окей, нам, значит, давайте вот сюда. Вероника тупит. Чё? Кто там? Пошли, женщина. Не оукай. Так. Ну, патронов для этой винтовки у нас маловато, конечно, но у нас есть и другая, для которой у нас 500 патронов, так что, думаю, справимся. Не знаю, как у нас со стимуляторами, там не помню, кстати, надо посмотреть. Статистика, статус 4 стимулятора, 9 тупорских сквояжей. Маловато. Ну, будем надеяться, что... Хижина Нила. А где это хижина? А вот она. Кто такой Нил и что это за хижина? Нил, вы здесь, друг мой? Что с тобой? This is a dangerous place, human, especially for your kind. I suggest you turn back. There's nothing good waiting for you further on. Супермутант. You must have heard her radio broadcast. The why a human would follow her invitation here is beyond me, unless you didn't listen very closely. The voice on the radio belongs to Tabitha, the supreme commander of Black Mountain. Так, они живут на Черной горе, походу. She took control of this place almost 2 years ago. The super mutants here do whatever she says, and she says humans are to be killed on sight. Окей. For years, Black Mountain was a peaceful community. Its leader, Marcus, broadcast an invitation to mutants throughout the wasteland. That's how I found Black Mountain. So did others, most of them second generation mutants. Marcus welcomed everyone. That was his mistake. The community ended up being mostly second gen, not very bright, but easy to influence. Fine until the Nightkin came along, led by Tabitha. Okay. In a week, she had most of the second gens thinking she was some kind of prophet, and that she should be broadcasting her truth, not Marcus. Marcus saw what was coming and decided to leave before things got out of hand. He smashed the radio and left to found Jacobstown. Чуть не до конца. There's a sad story behind that. Marcus smashed it just fine, but while we were gone, some ghoul named Raoul came along. Tabitha turned him into her personal mechanic. A slave, really. See, if I'd been standing down here, I could have warned him before it was too late. Почему ты здесь, а не в Джейкобстауне? Marcus sent me here a couple of months ago to check on Black Mountain. I suppose you could say I came here as a spy.
Окей. But with no signs of Tabitha's weakening and none of the second gens ready to revolt or to come to Jacobstown, there wasn't much I could do. Down here, on the other hand, I've saved a dozen mutants from heading up the mountain. It's not much, but it's something. I have my own reasons to stay away from Jacobstown for a while. Reasons we won't be discussing. So I've stayed here. Ладно. Ты дружелюбный для мутанта? Keep saying things like that and I won't be so friendly. Not every super mutant is a brain-damaged brute. Many of us are just as intelligent as basic humans. And the rest don't really have any choice in the matter, do they? Не хотел тебя обидеть, чувак. None taken, since you apologized. Так, ладно. Что с... The road is a series of switchbacks up to the peak. There are three blockades plus patrols. Sneaking past them would be... difficult. Just before the peak is a kind of shanty village. More second gens there. And then there's Tabitha's compound, heavily guarded by her night kin. Окей. Так, ну это я не справлюсь. Ну окей. Спасибо за упражнение. Yes, I hear that sometimes. And then I never see the people. Да, словно переходит обратно. Ладно, ладно, братан. А где девка моя? Куда убежал-то? О! А! Она тут скорпионов мочит. Деточка, что ж ты творишь-то, а? Сейчас я ее дождусь. Так, информация. Гора Блэк. Ну, нам не туда. Нам прямо. Гора Блэк справа, вон там. Не застревай, дорогуша. Там Нил ходит. Нил нормальный чувак. Так, как бы нам забраться-то? А мы можем по дороге дойти, может? А, можем по дороге дойти, что нам? Что нам учиться-то, да, друзья? Пойдем как есть. Женщина, ты как? Ой-ой-ой, рука смерти! Рука смерти. Рука смерти. Ни за что. Ни при каких условиях сейчас нам связываться с ней нельзя. Обходим. Разорвет. Оу, рука смерти. Оу, круто. Я помню, как они в первом Fallout, что они вытворяли эти руки смерти. Там еще одна. Слушай, можно в гору, а? По дороге решил Артем пойти, по безопасному пути. Да сколько их там, ё-моё. Точно разорвут. Спешусь. Если что, можно было отступить вовремя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вероника, Вероника, иди сюда. Сожрут же, господи. Да блин, дура! Так. А ей пофигу, она там уже это... воюет, походу. Так, ну я тут, наверное, не пройду. Давайте, уходите. Идите, ищите обходной путь. Блин. Там Веронику не сожрали мою? Наверное, сожрали уже. Блин, обидно будет ее потерять. Она, конечно, мощная девка, но с таким стадом, как те смерти, справится. Но это нереально. Так, по карте. Вероника. Вот она. Блин, детка, что ж ты делаешь, а? Вероника без сознания. Ну все, ее сейчас сожрут.
боже мой. Так, и он тебя бьет. Помочь нет. Да ну это глупо. Так, пойду попробую. Далеко она там. По-моему, она мертвая. Вероника без сознания. А где она? Черт возьми. Где Вероника-то? А вон. Бьют, бьют, бьют. Сюда, сюда, деточка. Воу! Воу! Все. Закончилась эта наша битва. Хорошо, что я записался. Ну да. Драться с когтями смерти нам просто не нужно. Деточка, давай я с тобой поговорю. Beats wait until they shoot me first. I like this plan where you're the decoy. Все, давай пассивная. Жди здесь. Поговорим назад. Открой снижение. Does jumping at them with my fists count as ranged? Yes! Finally! Everything is coming up for Ronica. Окей. Так. Ты должна быть пассивной. Ну что ж, дорогие друзья, пройдем мы через когти смерти в следующей серии. Надеюсь, девочка нас не затупит. А вот, и все будет нормально. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Динамик. Канал The Game Size. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Всем пока, друзья. До встречи.